Once again, RBS is a proud sponsor of the Adam Smith Conference in Moscow. The CFO Summit's been going for 10 years. От лица компании SAP рады приветствовать участников этого юбилейного форума саммита Адама Смита. Для нас это тоже уже юбилейное участие. Если я не ошибаюсь, мы участвуем уже 5-й раз в этом мероприятии. Всегда приятно встретиться с профессионалами своего дела. Bloomberg – это система, позволяющая вам получить доступ к абсолютно всем финансовым рынкам и ко всей информации на данных рынках. Наша компания и я лично очень это мероприятие любим. Здесь собираются наши хорошие друзья, наши текущие клиенты, наши будущие клиенты. Well, it's been a great CFO summit. I mean, it's a unique opportunity to meet with some of the major CFOs in Russia. Наше многолетнее партнерство и спонсорство вот этого мероприятия помогло нам найти новые связи, поддерживать контакты и поделиться нашими лучшими практиками. Мы участвуем на этом мероприятии уже третий раз, так как эта площадка является для нас очень важной для донесения своих новых технологий и информации о наших услугах. This is an important session for us because Russia is an extremely large market for us, and I think an awful lot of what will be discussed at this conference will be the role of the CFO for the future and that of innovation. Мы рады возможности участвовать в этом замечательном юбилейном саммите для финансовых директоров крупнейших компаний России. И спасибо огромное организаторам за эту возможность. В этом году компания SAP является спонсором кофе-зоны. Мы считаем, что кофе-зона – это неотъемлемая часть саммита финансовых директоров, где участники и гости могут полакомиться вкусным кофе, а также пообщаться в неформальной обстановке. Мы очень рады быть здесь сегодня. Это безусловно интересное мероприятие. И будем рады оказаться здесь в следующем году и все последующие годы. Долгих вам лет! Для нас традиционно финансовые директоры – это является целевой аудиторией, с которой мы работаем. И поэтому мы особенно благодарны компании Adam Smith за возможность принять участие в этом форуме.